Всем привет, ребят! Сегодня у моей мамулечки день рождения. Вы себе не представляете, как сильно я ее люблю. Я ее просто обожаю. Она такая классная. Сейчас заплачу, блин. Сейчас уже жду Артема с работы. Он скоро придет, и мы будем ехать к ней домой, ее поздравлять. Видео уже об этом снимать не буду, выкладывать не буду, потому что буквально завтра мы уже улетаем на Кубу. И вон там у меня стоит зеркало, видите, я его сняла с коридора и поставила сюда, чтобы сегодня примерять вещи, которые я буду брать с собой в чемодан, складывать и снять для вас видео. Но я целый день сижу и монтирую видосы наперед, потому что я много наснимала видео. Я сняла несколько видео с мамой и несколько видео сама, разговорных. С мамой мы сняли о том, как меня украл маньяк и подобные истории, которые происходили с ней в ее жизни. Также вы очень просили снять видео с моей мамой о том, как она все-таки бросила кондитерский цех, бросила работу кондитером и ушла в спорт. Очень классный, насыщенный ролик получился. Мы туда вставили много фотографий. Я сняла ответы на вопросы из Ask.fm в рубрику «Стыдно спросить у мамы». Вы, как всегда, задавали очень личные и экстремальные вопросы, и я постаралась на них ответить. Посмотрите, надеюсь, вам понравится. Также будут влоги, которые я снимала. В общем, я вам не дам скучать, пока нас не будет. Обязательно, обязательно заходите на канал, смотрите видосы. Они будут выходить практически каждый день. Из-за того, что сегодня я весь день монтировала, у меня реально не было времени собрать чемодан. Я не знаю, когда я это буду делать. И я же хотела еще снять видос, как я это делаю. И смонтировать, и показать вам. Но я не уверена, что мне это получится. Но если получится, то вы тоже его увидите, но уже потом. А это коротенькое видео, просто к вам обращение. Попрошу вас под этим видео написать поздравление для моей мамулечки, потому что ей сегодня 58 лет. Она уже ваша всеобщая любимица. Вы пишете очень классные комментарии, она их все читает. Конечно же, ей это очень приносит большое удовольствие. Поэтому не забудьте ее поздравить, а также пожелать нам хорошего отдыха. А самым лучшим подарком от вас и поддержкой будет подписка на мой канал, а также просмотры остальных видео, которые я так старалась для вас снимала и монтировала в экстренном режиме. Мне будет очень приятно, если вы их посмотрите. Все. До встречи уже завтра. А, да, на Кубе мы, конечно же, будем снимать видео и влоги, и разговорные видосы будут обязательно. У меня уже есть куча задумок, что я хочу там снять. Так что ждите нашего возвращения. И мы вас обрадуем новыми классными позитивными видосами. Подписывайся на канал. Виктория. Вот так надо сказать. Ну, давай. Нет, не буду. Да, надо. Давай. Приготовились. И подписывайся на канал В. Виктория.